город Мальмё, и это Атлетико Мадрид идет в атаку. Хуанфран пасует на Арда Турана. В одно касание, отличная передача. Ух, ничего себе, Коги как забил. Хуанфран вот здесь оказался, я не уверен, что это была стенка, наверное, я ошибся, там другой защитник выводил мяч. Классный гол, конечно, Шиксент Кальдерон. И что любопытно, все 5 мячей Атлетико забил во втором тайме. Ну вот, сам в начале тайма организовал, потом все успокоилось. И опять Хуанфран справа, где Коки. Нет, на этот раз Рауль Гарсия, 2-0. Здесь Атлетико Мадрид одерживает победу, об этом можно говорить сюда уверенно. Больше. Ну и опять справа фланга, опять Хуанфран. Я бы еще вот переключился на матч с участием испанской команды, что-то.